12 ноября в Магадане прошла 11-я отчетно-выборная конференция Магаданского областного союза организаций профсоюзов. На ней члены организации выступили с докладами, в которых осветили важные проблемы Колымы. Главная из них – массовый отток населения в центральные районы страны. Мэр Магадана Юрий Гришан отметил три задачи, которые необходимо выполнять, чтобы люди оставались в нашем регионе. Не будем говорить ничего нового. Очень важно на севере получать достойную заработную плату, которая бы компенсировала нам все те затраты физические, которые несет человек. Это задача работодателей. Вторая задача, которая перед нами стоит, чтобы люди, которые сюда приехали, чтобы радовались тому общественному пространству, тому городу, в котором они живут, и тоже это должно их удерживать. И третье, это зависит от работодателей и власти, чтобы человек видел свои перспективы. Всего было заявлено 38 делегатов. В своих выступлениях они осветили основные проблемы Колымы и предложили пути их решения. Я вам назову несколько проблем, наиболее важных, и которые прозвучат сегодня в отчетном докладе. Мы считаем, что необходимо предпринять усилия для того, чтобы сдержать отток населения. А чтобы этого не произошло, вот этого оттока, который, к сожалению, сегодня у нас есть, конечно, надо улучшить качество жизни. Что такое качество жизни, мы тоже понимаем с вами. Это решить вопрос с высокими тарифами на жилищно-коммунальные услуги, с высокими ценами на продовольствие, на медикаменты. По словам специалистов, такие программы, как «Дальневосточный гектар» и «Льготная ипотека», решают задачи с оттоком населения. Но при дороговизне жизни здесь сложно задержать людей, утверждают члены профсоюзной организации. По словам Николая Махонькина, если решить эти проблемы, то магаданцы перестанут уезжать в центральные районы страны.